Первая половина столовой окончена. Стяжка залита. Получается, ушло 5 бетономешалок. Это, грубо говоря, 10 цементов. Осталось 4 мешка цемента. На эту часть нужно больше будет. Мешков, наверное, даже... Мешков, наверное, 12 каких-нибудь. Замесов 6, наверное. Может, 7. Короче, 14 мешков надо, еще плюс 10. Получается, мешки с цементом ушли, скорее всего, на маяки, то, что ставил. Там мешка точно 4 ушло. Ну, в общем, не хватает. Ну, вот такая вот стяжечка получилась. Ну, останется вот эта часть. Последний рывок.